Всем привет, друзья, с вами я, Конор-2001, и это 48-й выпуск про мой город в Майнкрафте. Да, друзья, в общем, скоро добьемся до полусотни, то есть, возможно, мы дотянемся до 50-го выпуска про мой город в Майнкрафте. Еще чуть-чуть, и, возможно, до сотой. И да, друзья, сегодня будет одно обновление, но, к сожалению, одно, потому что, в общем, у меня еще и СССР в Майнкрафте. В общем... у меня снова 50 FPS, правда, бандикам не передает этот показатель, но это не важно, в общем. И сегодня я построил вот такой вот трехэтажный типовидный жилой дом, вот, по окрасу. В общем, я сделал такой вот, как по цветам российского триколора, вот этот вот белый, синий, красный, по цветам вот так вот. То есть красный цвет первый этаж. Синий второй этаж, белый третий этаж. Блин, я вот забыл один файл. Огородку сделать. Вот, извиняюсь за файл, но... Так. 101. 101. Во. Не. Он то. Вал 101. Вот, вал 101, готово. Вот теперь стало более реалистичнее. Дом. Вот такая половинка двери осталась. Ну, не беда. Ну, такой баг бывает. Что ж, вот такой вот дом получился. Он такой красивый. И давайте его посетим. Так, вот окрас подъезда у нас такой вот стандартный русский. Две полосы белые и одна полоса синего цвета. Ну, стандартный русский. Ничего не скажешь. Так, вот такая квартира, тоже такой же окрас, как в подъезде. Но стараюсь сделать покрасивее. Ну, а главное, чтобы был вместительным. Давайте начнем с гостиной. Вот так вот выглядит гостиная. Здесь у нас вот... шкаф, сундук, типа шкаф, шкаф наверху, две кровати, верстак и стул, точнее. Дальше у нас такая вот ванна, еще стандартная, туалет, ну и кухня, хотя кухня у меня получилась, так сказать, просторная, но жалко, что она такая получилась сырая, потому что там только стол, холодильник. Ну, не густо, но зато это лучше, чем ничего. Согласны, друзья? Так вот получился. Кстати, вот здесь панорамное стекло, здесь вот так вот красиво. Даже у нас вот без лестница просто. Стандартная лестница вместо лифта. Вот так вот. Ну, по сути дела, одинаково, так что зацикливать на нет нет смысла, в общем. И дальше у нас это подъем на крышу. Вот так вот, в общем, так вот красиво получилось, только крыша просто целая, пустая, в общем. Можно тогда, ну, можно даже антенну установить, хотя... Телебашня есть, телецентр тоже есть, ну, значит, установить антенны это уже не предел, так сказать. Теперь, друзья, я расскажу, что там новенького в СССР в Майнкрафте. В общем, я специально анонсирую, в общем, и в втором выпуске про СССР в Майнкрафте у нас будет магазин. Да. Тот же, что и мини-маркет мечта, только там будет уже... два входа там, как в пятерочке, которая на советской 6. В общем, я могу предварительно показать, как он выглядит, тем более в двух частях. Хотя, зачем далеко летите? Я зря только... А, блин, у меня FPS упал до 15.
Ну чё, он ускоряется, он до 24 и снова упал до 10. Печалька. Так, короче, у того же магазина, который в СССР Майнкрафте, там тоже два входа. И он сам выглядит так же, как и мини-маркет Мечта. Тот же, только у него два в мини-маркете Мечта один вход, а в магазин в СССР в Майнкрафте два входа. Предварительно показываю, чтобы его смогли отчетливо представить, как он выглядит. Как тот же самый, что только там два входа, естественно. И естественно, еще одна фишка в том, что здесь отсутствует служебный выход. Здесь вот. А продукты в СССР заставляют только так вот. Приезжали рядом с входом в магазин, ставили боксы с продуктами и в кассу заносили. И да, друзья, похоже, смотря на ваши комментарии, я вижу, что СССР в Майнкрафте вам очень сильно понравился, потому что я делаю все качественно. Естественно, я сделал премьеру про... Извиняюсь. Так вот, в общем, читая ваши комментарии, я увидел, что рубрика «СССР в Майнкрафте» вам очень сильно понравилась. В общем, сделал премьеру про хрущевку. И, естественно, все... И точно... магазин. Обещал, что будет много выпусков про СССР в Майнкрафте. Будет дома, магазины, здесь ресторан, столовые, все такое. Предварительно, так сказать, анонсировал второй выпуск про СССР в Майнкрафте. Ну, а с вами будет Яковлонов 2051 и моя рубрика «Город в Майнкрафте» из Яковлонов. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте писать мне комментарии, особенно идеи, что еще построить в Яковлевске. Ну и, конечно же, не забывайте писать идеи, что еще построить в СССР в Майнкрафте. На этом сегодня все. Всем пока!